Детство и молодые годы мои были свидетелями самого разгара крепостного права. Оно проникало во все формы общежития, одинаково втягивая все сословия в омут унизительного бесправия, всевозможных изворотов лукавства и страха перед перспективой быть ежечасно раздавленным.
Опять с Ермолаем связалась? Видали их. Да весной-то матушка и щепка на щепку лезет. А шавка паршивая. В первый раз я ей потрафила. Щенка ее приблудного мужику в деревню отдала. Так она не успела от одного просохнуть. К весне уж другим запаслась. Буди. Вот матушка. Ну, гляди, девка. Сама напакостила, сама и отвечай. Взял ее сам злой дух, сатана, со своими проклятыми демонами. Мутил сон ее, свет в очах. Подломились ноги скорые, опустились руки белые. Очутилась она в обличье. Как приедут за Матренкой, тут же отправляй. Мне лишний рот ни к чему. А вот что с Варькой дворянкой делать? Говорил с ней Петр? Говорил, матушка. Ну? Раз за меня пошла, говорит, ты уж не вольная, а такая же, как все, крепостная. А та все свое. Я вольной родилась, вольной и умру. Не стану на господ работать. Ну, видит Бог, обоих в Сибирь упеку. Ну что? Долго еще твоя дворянка, сложа руки, сидеть будет? Простите ее, барыня, простите. Ведь хворая она, хворая. Хворые-то смирно сидят, не бунтуют. Сейчас к ней пойду, не одумается, сам сечь будешь. Хворую-то. Ну, что надумала, дворянка? Станешь работать? Больная ведь она была. Не привыкла еще. Разве черт ее за рога тянул за крепостного-то выходить? Больная. А вот распишу я тебе вольную на спине. Как хотите, тираньте. Хоть кожу с живой снимите. Я воли своей не отдам. Оказывается, покуда. Ой. Да пошлите же детей! Ну, готов, что ли? Угу. Пусть покатают. Хорошо. На каток, пусть покатаются в эти хладища. А Надька свою в корсет засунет, бриллиант нацепит и опять сватать будет. А Надька на каток, тут чего доброго, раньше нее ноги протянешь. Скорее бы она, эх, пожить бы ей. Ой, батюшки, замерз кто-то. Ой, как, повару живо. Скажи, что водки надобно. Скажи, что я велела. Матрена со мной, остальные за работу. У
двери положи. Нельзя ему в тепло. Молоденький какой. Не глазей, бесстыдница. Эй, что ж вы, бабы, такое добро на гнилого мальца изводите. Ведь ежели живет, он спасибо не скажет. Молчи, антихрист. Знаю тебя. Даром, что с рыла вышел. Мать родную купишь и обратно с барышом продашь. Кто ж такой? Не из нашей же деревни. Да должно из Савицевых, вон. У них все такие соколы. Савицевых. А взаправду ихняя барыня заставляет баб собачат грудью выкармливать. Да, милая, там и не такое делается. Слух про нее такой, что... Что тут у вас? Егорка это, Савельцевых дворовый. Ну-ка. Дай-ка что. А, слава богу, будет жить. Матрена, а ведь это жених твой. Барыня тебе сестрица отдала. Так вот это стал быть жених. Нет. Не поеду. Не поеду. Ермолаюшка, миленький мой, спаси меня. Спаси меня. Ведь твой же, твоя же кровь. Барин идет. Барин идет. По местам все. Сегодня, кажется, еще лютее вчерашнего мороза. Стужи день ото дня свирепеет. Так, матушка, так. От Савельцевых мальчонка приехал. Так замерз, что на силу отходили. Так пришлось полштофа водки извести. Да как же ты, псовка старая, могла не спросясь добро изводить? Так все ж душа христианская. А вот велю отодрать тебя по-христиански. Тогда помиротворишь слякоти всякой. Думаешь, мне все это за даром досталось? Вспомни, как за старика-то отдавали. Помню, помню, матушка. Еще и 15 лет не было. Приданое-то грош медный получила. А теперь смотри, какое именце взбодрило. А все как? Все шеей да хребтом. Туда забежишь, там хвостом вильнешь. В опекунском-то совете со сторожами табачок нюхивала. Перед каким-нибудь ледящим приказным. Перед свиньей этакой чуть не в присядку плясала. Только справочку, голубчик, достань. Вот я как имение-то приобретала. Машка, Анютка, где вы запропастились? Снеси этой дворянке щец, что ли. Да не сказывай, что от меня. От себя будто... Куда вас черт унес? Барышня спрашивает, для большого декольте, а ли для малого им шею мыть. Что, разбили? Ничего. Как ничего? Творог для цвета лица. Фу, ну, придумала. Маменька, а фамилия его как? Федор Платоныч Стриженый прозывается. Формидабль. Какую фамилию выдумал? Надежда Васильевна Стриженная. Имею честь представить, крестник мой.
Какой тебе год-то? 18 минуло. Признаться, рановато тебя крутили. Да была уж у нас одна такая. Варварой звали. Тоже с кузовом привезли. Недолго выжила. Извели? Сама догадалась, извелась. Ну, все одно, с бабой тебе, крестничек. Ой, ну а что с кузовом, так ты на меня в обиде не будь, а спасибо скажи. Может, он хоть один у тебя не гнилой выйдет, а? А баба, она справная, довольна останется. Ну, будь, огурцов, что ли, принес на закуску. Сей момент, Федот Сергеевич, только вы моего крестничка не забежайте, потому лёг он мне. Матрё, ты че это, Матрё? Ты че, Матрё? Матрё. Убью! Ну где утюг? Иди, барыня там. Барыня гневается. Платье еще не глажено. Тебя там застольные дожидаются. Ну иди. Ну еще. Мама! Хватит. Мама, прыщ. Не трогай. Так надень ферраньерку и дело с концом. А? Бриллиантик как раз посредине лба пришелся. Что вы все около меня торчите? Не вам замуж выходить. Так не могу же я тебя одну оставить. Попробуйте. Скатерть. Ноты раскрой. Протрикион. Свечи сюда. Эспер, эспер! Ошалела? Фу, мама, какие его слова противные. Приехал! Зажигайте свечи. Федор Платонов Стриженый. Очень приятно. Матрена, сходи-ка ты к жениху. Да поговори лотком. Сходи-ка. Ты по что, раба, печалуешься? Ты воспомни раба господина своего, Христа спаси. Закаркала ворона. Слушать тошно. Не мути Христа ради. Я не мучу, а добро учу. Я говорю, ежели господин слово бранное скажет, не рубщи. Ежели рану причинит, прими с благодарностью. Такие вздохи на флейте выделывал, что нужно быть юбки каменной, чтобы противостоять этим вздохам. Квартирую у немца. Неприличность даже на потолке сделал. Ну иди, иди. Здесь добрые люди сидят, не съедят. Дочка моя, прошу любить и жаловать. Сбежал. Ну, конечно. Ты посмотри, какой фардебака явилась. Какую-никакую улыбочку могла изобразить? Может, ему до ветра занадобилось? Однако, что же это? Даже не простился. Барышня. К
Какой же вы, однако, баловник. Еще ничего не видел. Ну что ж ты, Наденька, благодари. Мерси, месье. Егорушка. Егорушка, дитятка. Прости ты меня, не путев. Прости. Кабы не я, ты б за себя по своей воле невесту взял. То, видно, не судьба. Любить тебя буду. Беречь буду. Всякую твою вину на себя приму. Ветру венуть не дам. Знатоки говорят, что ром должен пахнуть клопами. Да, многие это говорят. Однако не замечал. Клоп, я вам довожу, совсем особенный запах имеет. Раздалишь его? Месье. Виноват, забылся. Наденька, спой тот романс. Нет сил уж притворяться. Страстно полюбя, нельзя мне не признаться, что я люблю тебя. Нельзя мне не признаться, что я люблю тебя. Чем больше скрыть стараюсь мою страсть пред тобой, тем больше я пленяюсь твоей красотой. Тем больше я пленяюсь твоею красотой. Сидит сам сатана, исконный враг человеческий. Проворные бесы кругом его грешников мучают. Пилят у них руки, ноги пилами острыми. Бьют их уста камнями горячими. Тянут из них жилы щипцами раскаленными. А по воздуху летают огнекрылые змеи, аспиды. А по полям скачут жабы проклятые, мечутся крысы злые, огненные. Смотри, смотри! Ой. Иди-ка, мать, соседи, не ровем сейчас, опростаешься. Видать, хватки у тебя. Колом, вторая за колом, третья мелкой пташечкой для сварения желудка. Ваше здоровье, господа! Барыш! Я бедная пастушка, мой мир лишь этот лук. Собачка мне подружка, барашек милый друг. Барашек милый.
На передки милости просим, коль не скучно показалось. Почту за счастье. Нет. Да, пьет. Уж больно пьет. Пьет, а головы не теряет. Тушите свечи. Ну, доченька. Ну, дай-то Бог. Прочь. Пойдите прочь. Ну, спасибо тебе. Убирайтесь! Все убирайтесь! Все! 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 Благая Мать и Пречистая Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, исцели меня страстную мою душу и спаси меня молитвами. Кладбище по христианскому обряду, не доводя до полиции и приписав ее смерть простому случаю. Благодарю тебя, мой друг. Иди спать. К барину племянник. Доложи, говорит. Федос пришел. Племянник барина. Племянник? Но поскольку я знаю, и было бы смешно, если бы я не знал, у меня нет никакого племянника. А я, представьте, совершенно убеждена, что вы знаете. Приходит человек, говорит, что он ваш племянник, а вы говорите, что у вас нет никакого племянника. Я хочу у вас спросить, кто он, этот человек? Кто он, этот человек? Пётр Сергеевич, не слыхали про беглого? В лесу, говорят, появился позавчера. Это каждый день что-нибудь. То солдат, то племянник непонятный. Все не слава Богу. Все что-нибудь принесет. Нелегкое. Ты кто? Федос.
племянник барина. К вам прибыл из Башкирии. Василий Порфирович довожусь племянником. Нет у меня никакого племянника. И вообще я ничего не знаю. Это же невозможно, что приходили и говорили, я ваш племянник. Пришел, сапогами навонял, племянник. Нет, нет и нет. Не знаю, я ничего не знаю. А ему я не верю. Никаких Федосов. Спросите у меня, кто такой Федос? Спросите, я отвечу, не знаю. Ночью разбудите. Не знаю, скажу. Чем докажет, что племянник? Слушай, да ведь он беглый солдат. Скажи-ка, ведь так? Он беглый солдат. Вот он, беглый солдат. Вот он. Да нет, я Федос, Половников. Барину племянник. Да вот. Не вот. Подходи. Возьмите у него кто-нибудь. Читай. Федос Николаев, сын Половников, дворянин Оренбургской губернии Белебеевского уезда. Украл. Бумаги украл. Сознавайся. Рост 2 аршин, 2 вершка. Выше он. Лицо чистое. Глаза голубые, волосы на голове белокурые, усы и бороду бреет, рот и нос обыкновенные. Особая примета. На груди возле левого соска родимое пятно величиной с гривенник. Задери рубаху. Свечу поднесите, не видно ничего. Убери. Ради бога, закройся. Сходится. Значит, ты Федос. Ну, Федос так Федос. А к нам зачем пожаловал? А мне матушка так говорила. Иди, говорит, к дяденьке, к Василию Порфировичу. Он тебя не оставит. Какая матушка тебе это говорила? Отвечай. Матушка Поликсена Порфирьевна. Сестра родная дяденьки, Василия Порфировича. Так это что же? Выходит, сестрицы ваш сын? Сестрица? Ну, была у вас сестрица-то! Да, была. Поликсена Порфирьевна. Смотри-ка, деньги у тебя. Деньги он наворовал. Родственников пришел навестить, это хорошо, уважение. А это что? Солдатская пуговица? Откуда она у тебя, где взял? В вороньем гнезде. Что? Кем ты меня считаешь? Ты что? Ты у вороны в гнезде. Они любят, что поблеще. Как увидят, сразу к себе тащат. Сидел бы ты дома. Зачем пришел? Про ворон рассказывать? Мне покойница говорила. Иди к дяденьке, к Василию Порфировичу. Он тебя не оставит. Перед смертью. Покойница, матушка, сама велела. А про ворон так вот правду сказал. Ох, не знаю, что и делать-то с тобой. Что ты за человек? Ступай вон, завтра утром решу. Трубку оставь. Вон его. Врет он все, деньги он наворовал. Умерла сестрица Как спал? Хорошо спал. Спасибо. Ну, живи. Только смотри.
Сколько жить-то думаешь? Да, не знаю еще. Да ты не пытайся меня обмануть. Не выйдет. Теперь ступай, ступай. Я любил сестру, матушку твою. Отца знал меньше. Благороднейший, честнейший человек твой отец. Как его здоровье, постарел, наверное, все мы старики. Так батюшка еще раньше померли. Поеду в церковь. Панихиду закажу, две закажу. Подойди ко мне, сирота, я тебя не оставлю. Все там будем, все. Все умрем, все. Вот, братец ваш в гости пришел издалека. Сирота. Это вы счастливые, сытые. У отца с матерью, как у Христа, за пазухой. Спасибо, тетенька. Испарился. Какой ты обходительный. Скажи лучше, тетенька, пожалуйте трубочку, ради бога. Курить хочу. Хочешь ведь? Хочу, тетенька. Очень. Отдам, не нужна она мне. Только смотри, дымить начнешь, искру обронишь, устроишь пожар. Ну, рассказывай. А чего рассказать-то, тетенька? Говори, чего хочешь. Откуда ты? Расскажи, как там, да что там? Ну, страна Башкирия. Вам бы, тетенька, вот так взять бы, да и съездить туда, посмотреть. Я так думаю, тетенька, вам бы туда поехать землицы купить. Вот это было бы хорошо. Приезжаем мы с вами. А я там что, где, все знаю. Сейчас обществу водки бедер 10. Да, не меньше. Они цены сбавляют. Да земля там и так дешева. Землю купили. Покупаем, конечно, так, чтобы река рядом была. Есть одно место. Земля там черная-черная. Жирная-жирная. На такую землю плюнуть, и уже урожай собирать можно. А потом в табуны. Макши-якши! Харе! Харе! Лошадей покупаем. Опять водки им ведер. Ох, и пьют башкирцы водку. Себя позабывают. Напьются. Сейчас с ними и торгуйся. Даром все отдадут. А нам того и надо. Лошади есть. И кто мы теперь? Степные помещики. Самые богатые. Хорошо рассказал. Слушать приятно. Сахар вот на. Иди. Иди. Братец Федос. Братец Федос. Какое смешное имя, Федос. А какой он смешной, вот бы ты поглядела на него, Вера. А мне братец подмигнул и такое лицо сделал. Я чуть не подавился, какой он смешной. Он делал матушке очень выгодное предложение. Дворянина без сапог. Матушка говорила, что он или беглый солдат, или беглый разбойник. Здравствуй. А вот и я. А что это вы тут делаете, братцы? Какие игрушки у вас? А давайте, братцы, знакомиться. Вот тебя. Как зовут? Степан. Очень хорошо, братец Степан. Держи. А тебя? Никанор. Очень хорошо, братец Никанор. А ты? А я Миша. Очень хорошо, братец Михаил. А меня Лиза. Держи. Вот так. Ну, а я Федос. Вот так. А это... наш деревянный братец. А как эту девочку зовут? Ее Верой зовут. Ага. А чего она такая грустная? Что она молчит?
Она всегда такая. Она болеет. Ага. Ну и коняга у вас, братцы. Возить возит, а есть пить не просит. Какая же она больная? Верочка, будешь с нами играть, а? Нет. А хочешь, я тебе птичку отдам? Спасибо. Нет, ты возьми, возьми, подержи. Вдруг понравится. Вот. Бери. Не бойся. Скажите, брат. Не бойся. А Башкирии много земель? Брат, много. А где ты, Башкирия? А давайте-ка, братцы, Верочку развлекать. Ну-ка, вставайте. Вставайте, вставайте. Хороводы будем водить. Брат, а где ты, Башкирия? Башкирия? Башкирия далеко. Вы мне лучше вот что скажите. Чего это вы дома сидите, братцы, в такую погоду? Гулять вам надо, много гулять. А то вон вы какие бледненькие. Нас матушка наказала. Мы перед матушкой провинились. Ну, извинит вас матушка когда-нибудь. Тогда и пойдем. В лес пойдем, гулять будем. И Верочку с собой возьмем. А как мы ее возьмем? Она же не ходит. А как? А вот так, братцы. Да, Верочка? Что ты тут делаешь? Как ты тут оказался? Он через окно влез. Через окно? Ловкий. А это что? Птица! Гоните ее, гоните! Лови, лови! Несчастье лови, приносит! Лови, гоните! Ну, столом, он же работанная! Ну, быстрее! Ну, что ты смотришь? Помоги! Ну, лови! Ну, 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 держи, ну, ну держи! Господи, да что же это? Безручие какие-то! Давай, давай, держи! Ну, что ты? Ну, ну, гоните! Тихо. Значит, ты через окно залез. Понятно. Улетела. И давно ты этим занимаешься, всегда ты так. И птицу он принес. Уходи. И чтобы я тебя здесь больше не видела. Никогда. О, видал. Ловкой. Ты гляди, гляди. Чего, чего, а видал? Топоры-то у нас острые. А ну-ка, подь сюда. А ну-ка, подь, подь, подь. Лизни. Лизни. Я кому сказал? Я кому сказал, подь сюда. Подь сюда. Зараза. Пошла вон. Пошла. А ну. Чего? А ну-ка, поди сюда. Чего? Иди, иди. Ну. Ты что? Ты что делаешь, разбойник? Ты что? Ты что делаешь? Ты разбойник, вот ты кто! Повара испортил. А ну, как он ослепнет теперь? Или того хуже? Озлобится? Повар, да ведь это же самый опасный человек. Сунет когда-нибудь иголку в пирог. Ты-то уйдешь, а нам с ним жить. И уйду. Это куда же ты уйдешь? Это кто ж тебе позволит? Эй, кто там? Запереть вас на 3 дня. Пусть посидит племянник. Ну, сестрицын сын, посиди, посиди. И пусть только попробует, кто отбереть. Пусть только попробует. Дитя маленькое, ай, бою, 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 угомон тебя возьми. История Руси многообразна и многосложна. С помощью своей географии, оторванная от всего мира, окруженная лесами, Русь развивалась.
можно об этом сказать точнее. Но об этом после. Кстати, это единственно правильное, что я хотел бы сказать. Она развивалась изнутри себя, без помощи, без влияний. Эти влияния сказались потом, но об этом после. Она развивалась правильно, самоуглубленно, не похоже. Как говорит в своей истории Геродот, согласен. Он говорил, точнее писал, что славяне ни на один другой народ не похожи. Только это можно же сделать выводы. Ну-ка, Санька. Берись. Чего случилось? Чего случилось? Ну чего случилось-то? Барышня Вера померла. Как померла? Как? Как помирают? Берут и помирают. Как? Как померла? Братец, нас из дома отправили. Будете с нами играть? А Степка дома остался. Мужики, Паша, а ну-ка подойдем, посмотреть надо. Пойдем, пойдем, не страшные они. Мужики, дайте мне полосочку пройти, а? Позвольте. Должно быть, водится. Им в песке норы ведь самое милое дело. Миша! Михаил! Лиза! Никанор! Я пошел!
пошел! Федос исчез. Исчез без следа, без признака, словно дым растаял. Добро пожаловать. Поди уж свою цирюльню в городе открыл. Чего тебе? Чего еще? Позвольте, сударыня, ручку поцеловать. Фу, смотрите, шута разыгрывать вздумал. Сказывай, ты чего оброка не платишь? Помилуйте, сударыня. Я бы с превеликим удовольствием моим, но, признаться сказать, мне и самому деньги были. Нужный. Самому. А я вот тебя сгною в деревне. Тогда посмотрю, как тебе самому деньги были нужны. О, это как вам будет угодно. Мерси. Я и здесь. В превосходном виде проживу. Ах ты, хамово отродье. Мерси, бонжур. Что за плюху, коль не достал ухо? Очень вам за ласку благодарен. Вон! Жеву Фелисит, не доходя прошедше. Не извольте беспокоиться. Получать не желаю. Как это? Жеву Фелисит? Как он дальше-то сказал? Не доходя прошедше. Шут, выдумал же. Батюшки, на гармонике играет. Шляется. Именно не идет, а шляется. Бегите, отнимите у него гармонию. Живо, Ермолай! Отнимите у него гармонию, что Хайла-то поразинули? Олимпий, Петр, да помогите же им. На конюшню его, ворочи. Да сыпать как следует. Гармонию ходите. Поиграй, итальянка, вязочка, недорого дана. От Петрова до Багрова все работал на тебя. Народ смотрит и думает, как же его и не бить-то. Ведь он вон какой. Плач, козявка, только сок выжму. Будет, не прибудет. Только чище шкура будет. Ну, не положись, козленок. Иной столько звезд на небе не видывал, сколько моя спина лазанов приняла. Глянь, красота-то какая.
почистую отхлестался. Ванька, разбойник, помер во вторник. Его стали хоронить, а он прясло городить. Ему стали гроб тесать, а он выскочил плясать. Ему перетясывать, а он переплясывал. Для меня такая банька ничего им ничего, кроме удовольствия. Завтра вели этого Ваньку Каина со всеми в поле отправить. Вряд ли он и с охоты в руки взять сумеет. Пускай почаще плеткой вспрыскивают. Скоренько научится. Ты его плеткой, а он на тебя с топором. Ну ничего, бог милостив. Пойди посмотри, что подлец делает. Открой окно, на солнышко посмотрим, чисто ли оно сядет. Хороший день будет завтра, ведренный. Великолепно садится. Кабы неважность труда моего, то кажется бы, мы теряем лета наши, как звук. Это отчего же Ванька Каин не в поле? Стало быть, не пошел. Позвать сюда мерзавца? Вам бы лучше с ним, сударыня, не связываться. Скандалов и ужастей будет даже больше. Замкни жернова. Ты отчего же это, голубчик, в поле не идешь? Позвольте, сударыня, здесь стригут и бреют, и кровь отворяют. А вы меня сохой посылаете? Разве ж благородные господа, так делаю. Шутки шутить с барыней. Сейчас же ступай на конюшню, пусть тебя засыплет по-намеднешнему. Однажды шел дождик дважды. Вчера засыпали, сегодня засыплют. Об этом еще подумать надо. Сударыня. Отдать в рекруты и набора не дожидаться. Коли в зачет не примут, отдам без зачета. Нет сил моих с антихристом. Вот цирюльню я открою, там всем головы намою, добрым духом умощу и довольным отпущу. Ой, ну чего ж такая? Я ж тебе причесал как красиво, а ты... Ой. Я ничего. Держи. Жалею. Поль, жалеешь? Жалею. Вот мне в Москве одна девица из посадских, такая вся складная, милая, ладная, говорит. Вы же, Иван Макаров, вы же для всего женского рода, ну, самый разлюбезный будете кавалер. А на меня, ну, не смотрите, я страдаю. А я ей что говорю? А я ей говорю, есть у меня дома. А она плачет, вот прям как ты, Поль, сейчас плачешь. Есть у меня дома одна девица. И поэтому для вас я бы с удовольствием, ну, простите, извините, угостите у меня, ничего не могу. Вот так я и отвечаю. Потому что вот эта вот душа, она меня понимает и жалеет. А вы ржете. Ну чё ржете-то? Эх, я еду. Еду, не свищу, а наеду, там видно будет, чего сделаю. Не мути Христа ради. Дай хлеба Божьего поесть спокойно. Кушай, бабусь, кушай. Иван, чё изволите? Скажи, я тоску нагоняю. Ольга, народ просит. Пойди умойся, рожа-то распухнет. Разлюблю. А карета где? Закладаю. Ну ладно. Ехать пора. Да, ехать будет. Сейчас не гоните, мужички. Успеем. Ну,
Ну! Скажите, что любовь такую на свете есть за существо. Немного дома. Хорошо. Я вот думаю, может остаться. Весело мне с вами. Ну ладно, согласен. Остаюсь. Здесь еще. Прощаюсь. Барыня гневается, сюда идут. Ермолай, Олимпий, живо. Девки, за работу. Сейчас моему графиню девки за работу. Ермолай, Олимпий, живо. Берите, вяжите, везите. Перекрести старый на дорогу. Ну, иди, иди. И какую сам над собой беду сотворил. Господи, нет сил моих. Везде я поспеваю, все мне прикажи. И за что только ты забыл меня? Добро бы я обидела кого, наказала бы понапрасну. Изувечила, убила. Ничего этакого за мной нет. И для кого я все это припасаю? Кто меня за мои труды отблагодарит? После смерти-то и помянуть никто не вздумает. Гроба-то, пожалуй, настоящего не сделают, так, колоду какую-нибудь. Нет, будет с меня. Брошу все. Уеду в Ходьков. Надо и об душе подумать. Я не мамкин сын, я не дядькин сын. Я на ветке рос, меня ветер снес. Я встал на пенек, стал кудрявый паренек. Барин в рекруты отдал, взял да убежал. Не шутите, барин! Ты что же это, сударь? Беглые кругом бродят, а барин в кабинете шалеет. Твои ведь рабы! Ты отняла у меня имение, сама и распоряжайся. Отняла. Только по моей милости вы все тут круглый год сыты. Размышления мои побуждают меня отвечать. И я поспешаю выразить, потому как... Балалайка беструнная, мельница ветряная. Черт! Что ж, мне не доложили. Я кругом беглые бройка, ими дела нет. Стал бы староста беспокоить вас, поопасился. Беспокоить? Нежности какие? А если он усадьбу подожжет, ограбит, убьет, на то ведь он и солдат. Сказать старости, чтоб к вечеру мне его представил. Народ в поле. Кто же ловить будет? Ничего. Сегодня брат на брата работает. Так вот, своих, что на барщине, не трогать. А которые на себя сенокосничают, пусть не прогневаются. Зачем беглых разводят? Взять Егора. С ним вместе все поле осмотреть, где беглого видел. Да Хрилин-то в лисьи ямы за малиной наряди. Пускай тоже солдаты по дороге ловят. Россия очень большая страна. Широко протянувшаяся с севера на юг, как и с запада на восток. Особенной чертой в характере русского отличается... Степан Васильевич, вы хотите, чтобы вам по наметничному досталось? Марья Андреевна, там, там Ваньку Каина поймали. Где? Соня, Гриша, Суйков, репляться, вас сам человек сказал. Отойди. Ну-ка, Вань, доложись. Парни идут. Ты. Ну вот. Сейчас для тебя под воду нарядим. Да в полк. А там сквозь строй. Да розочками, да палочками.
Уж не взыщи, голубчик. Я тоже раба. Ты раб, и я раба. Только я верная раба. А ты неверный, легко сказать, с царской службы бежал. И опять возьми. Видишь, сколько мужичков тебя ловить согнали. А ведь они через это целый день работы для себя потеряли. Молчишь. Так какой ты, антихрист, этаки право имел всю эту кутерьму затевать? Прочь с глаз моих. Накормите его. Люблю Россию до боли сердечной и желал видеть мое отечество счастливым.